из Астрахани и Георгий Беликов из города Брянск. Резервный арбитр Роман Лихачев из Екатеринбурга. Подача неплохая, 1-0 счет становится. По-моему, Эдгар Манучурян, который сегодня играет на острие атаки, забивает этот гол уже на 7-й минуте. Ну вот так вот, вроде как я предрекал спокойное начало этой встречи. Тори, мы как раз и разберемся, кто же все-таки откликнулся на эту верховую передачу. Вообще пришла она с того фланга, куда должен был подключаться Данцев. Подходов, что приятно, игра не закрытая, да, все-таки соперники ищут счастья в атаке. Это Данцев, по-моему. Манучурян, и 2-0 счет становится! Великолепное исполнение. И самое главное, надо отметить человека, который выкатил этот пас Манучуряну прямо под удар. Я надеюсь, что с повтором мы сейчас не задержимся, и у нас будет возможность сравнить, кто же все-таки сделал этот голевой пас. Это Герк. Здорово убрал мяч. Прямо из-под носа у Сергея Бензи. Ну а Пламен Николов выбрасывался вроде на соперника, но исполнение удара было просто блестящим у Манучуряна. Ну какие претензии здесь к голкиперу, когда его, в общем, с линии штрафной вот таким вот образом расстреливают.